всех приветствую на нашем блоговом канале. Собственно, надо же объяснить, что вообще происходит. Мы сейчас с мамой едем в академию забирать документы, потому что я перехожу в другую школу. Жду маму, сейчас она выйдет и быстро едем. По дороге нам надо еще заехать в магазин, что-то купить. Потом, когда мы приедем, надо не опоздать, мы покушаем пиццу, сок попьем, например. Потом поедем в Лавину, что-то себе посмотрим, присмотрим и купим духовку, наконец-то. Боже, я так этого ждал, потому что скоро Пасха, как бы, и будем печь. Это раз. Два. Я очень сильно соскучился за Алёниными круассанами со сгущенкой. Поэтому я такой рад сегодня. Дело в том, что я без ниточки шить не могу. У нас мы в этом доме живем уже как полтора месяца, а духовки у нас еще нет толком, поэтому выберем. Я буду рад. Давай, поехали. Всем привет. Пойдем заберем твои вещи из сада. Мам, так 10 минут осталось до пиццы. Ничего. Нажми на кнопочку. Давай закроем машину. Есть. Идем все равно, поднимемся в твой класс. Я думаю, дети будут рады тебя увидеть. Сказать тебе пока. Тебе немножко грустно, да? Самое главное то, что у тебя есть близкие друзья. И ты по-любому будешь с ними видеться и дальше. Вы будете встречаться, я уверена, на выходных. Пускай не каждые выходные, но вы будете видеться. Так что то, что ты переходишь в другую школу, та, которая поближе к нам, это плюс для нас и для тебя. Мы не будем тратить много времени на дорогу. Неплохо, мам. Неплохо? Кто-то играл, он рисовал. Идем, тебя уже по-любому ждут. Ты, Шуль, ты тогда с Аленой побудь, а мы с Даней идем, хорошо? Догоняй, потом попрыгаешь. Так, и что мы еще? Мы заказали пиццу. Сейчас как раз большая перемена. У детей должен быть обед. Для того, чтобы уже они не спускались в столовую, мы заказали пиццу. Они сейчас поедят пиццу. А сок мы забыли взять в машине? Взять? Нет, потом возьмем, когда мы пойдем за пиццей, да? Спасибо большое. Сейчас мы так забираем пиццу и идем к Дане. Даню уже оставили с одноклассниками. Сейчас будем пожирать пиццу. Тише, ты пиццу будешь? Да или нет? Мама, у меня Янина. Я принесла пиццу. Документ, справку, мастерскую. Так это правильно. Так, открывай давай коробки с пиццей. Давайте поставим. Давайте. Распаковочка. Дань, может мы Влада позовем или не надо Влада звать? Да. Влада может позвать? Пусть зовется. Давай, приходим. Или может Раилка тоже позвать. Ну, с кем ты общался? Раилка, он играет, он знает. А где он играет? Я не знаю. Помоги, сынок. Честно, мы будем за вами скучать. Но я думаю, что мы будем с вами видеться. Я только не знаю, как организовывать, чтобы вас вот где-то в одну кучку брать. Но я очень хотела бы. Да нет, мы можем вас угостить тоже пиццей. Кто хочет, заходите, пожалуйста, нормально написал. Даня, открывай, угощай детей. Просто завидовать. Нет, ну проходи, пожалуйста. Да, я покушаю. Потому что три пиццы. Дань. Просто открыли три коробки, Дань. Не закрывай дверь. Она не закрывается. Хорошо. Открываем и быстро едим. Давайте. Чешуль, ты мне мешаешь. Даня сказал, что самое вкусное это пепперони. Но еще мы взяли, да, Цезарь, потому что Цезарь любит тише у нас. О, вот, а мы говорили, что салатик не брали, да? Это пепперони? Нет. Нет, это охотничье. Я думаю, пепперони то. Это охотничье. Да. Так, ну что, будем есть или нет? Я вам буду помогать, если что.
Дань, ты можешь как-то их, может, они стесняются организовать? Жарём, не боимся. Девочки. Дань, последние полчаса с твоим классом, с твоими детьми. Потому что мы поменяли школу. Ну вот именно когда вот это класс общий, ну все такое. Я думаю, мы будем с вами видеться. Кстати, Даня хочет к вам на ночевку потом летом. Он мне сказал, да, что обязательно приедет. Я говорю, да, не знаю, разрешат ли тебе. Да, он же торт всем давал. Тарелка. Где его найти? Влад, на нем. Влад, мы искали тебя. Проходи. Мы хотим угостить тебя. Давай, давай, давай. Мы вас искали. Проходим есть пиццу. Быстро. Ты знаешь, Даня, тут говорят, что ты душа компании. Да. И мы да. подумали, как без тебя. Да. Мы просто, ну, мы не начинали есть без тебя. Ну, как бы не начинали, да. Мы думали, где же Даня? Нам сказали убрать мысли себя. Конечно, уберем. Без проблем. Так мы же особо не мусорим. Ну, мне кажется, Саша. Она просто пришла. На месяц. Пицца вкусная хоть была или нет? Да. Даня выбирал, какую заказывать. Даня сказала, мама, пепперони можешь брать даже две, да, Даня? А это пепперони. Даня просто. Ну, у меня вообще Никита. Ты Никита? Да. Это ты из какого класса? Восьмой? Девятый? Восьмого. С восьмого? Ну, мы общаемся с ним. Мы же общаемся. Ну что, кто хочет Даню обнять или пожать руку? Потому что мы будем ехать. Мы давай, дядя, до встречи. Пока. Скажите, короче, Галина прошлый год. Пока. Дело в том, что они обычно обнимаются, даже когда они не прощаются. Все, давай там это крепить нас. Ничего, я уже все. Я А теперь быстро убираем за собой, Даня, организовывай уборку, чтобы нас не ругали. Эй, Даня, назад быстро. Ты мне заодно покажи, что ты носишь обычно в академии. Нет, то, что тут болела спина. Даня, забирай все со своего шкафчика. Идем с Тишей вещи забирать, да, Тиша? Посмотрим, что у тебя в шкафчике творится. Давай, проведи нас. Заходим. Давай. Где твой шкафчик? Что там есть у него? Забирай. Идем еще Наташе скажем пока. Скажем Наташе пока? Да, конечно. Ты потерял свои трусы, сынок. Идем. Держу. Давай. Мы решили Наташе сказать пока тоже. Ну ты за мной скучать будешь? Ну да. А мы как-то будем ехать в кино и обязательно тебя позовем, да? Мы сейчас едем в кино. Но у тебя работа. Ты меня отпустишь? Да! В кино. Да, забираем? Пока я забирала документы, Даня здесь еще общался со своими друзьями. Да, друзья. Забираю Даню. Ну вы знаете, если друзья настоящие, это навсегда. Да, навсегда. Вот если вы были настоящие, мы сейчас и проверим это все. Вообще, все верят в любовь на расстоянии. Ну что, говорим пока? Пока все. Я буду за вами тоже скучать. Вы идеальные, честно, друзья. Конечно, вы лучшие я. Друзья. У меня когда-то таких не было. Прекрасный камера. Добрый путь. Извини, они выгоняют. Нет, они попили воды. Ну, ее подруга начала тебя шнить. И она выпила. Нет. Сейчас едем в лавину. Дань, скучать будешь за ними? Конечно, но мы иногда будем встречаться, например, в лавине будем гулять там. Может, мы их как-то к себе в гости пригласим? Что думаешь? Может, да. Можно и... А почему у тебя один кроссовок только в руке, Дань? А второй в рюкзаке. Так, они там фоткались, пока я забирала документы с академии.
мне отдали медицинское дело Данина. И все такое, там табель какой-то, оценки. Ну, все, что надо для того, чтобы перейти в другую школу. Они там фоткались. Мы сейчас, пока будем ехать в Лавину, мы вам вставим фотки, которые они там наделали, покажем. Дай ключик. Давай, открывай машину. Да? Классно же было. Мы, правда, уроки сорвали. Дети должны быть на уроках. Давай, садимся. Тише, наперед только не садись, ты чё? Тише. Не слышу. Прощаться. Мы не знаем, сможем ли мы снимать еще один влог для вас в Лавине. Будем смотреть уже по обстоятельствам. Но, в принципе, нам надо все сделать очень быстро. Мы хотим посмотреть духовку. Фильм. Мы хотим посмотреть фильм. Пойдем точно в кинотеатр? Посмотрим, даже будет ли вообще что-то, надо посмотреть. Что хочу еще сказать по поводу школы. Даня там проучился почти 2 года. Там было хорошо, тебе нравилось? Где? В академии, спрашивай. Не 2, а 32. Тише, ты умничаешь. Много, я там уже... Но, к сожалению, нам пришлось Даню перевести в другую школу, потому что все вы знаете, что мы поменяли место жительства. Да. Мы поначалу думали, что доучимся уже этот год, но потом поняли, что какой смысл, давай будем пробовать переводиться. Да? И Даня пошел нам навстречу. Если правда, я думала, что Даня не очень будет хотеть переходить, потому что друзья, все такое. Но, возможно, кто-то с друзей перейдет в нашу школу, в которую мы сейчас. Возможно. Посмотрим. Да. Так что скучать не будем. Ребят, если вы когда-либо в своей жизни меняли школу, обязательно сейчас ставьте лайк. Обязательно. Да. И если вам понравилось видео, тоже ставьте лайк. Без этого жить нереально просто вот так вот. И что хочу сказать, кто был со мной на протяжении всего видео, кто досмотрел его до конца, огромное вам спасибо. Всем пока. Пока. А еще я буду скучать за Даниными девочками и за Давидом. И ты тоже, наверное, да? Потому что они очень хорошие дети, я считаю. Все, всем пока-пока.